Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной выпуск бездонатного аккаунта Сардельки. Сегодня будет очень много трешечка. Не знаю, за сколько затянется видосик. Но, в общем, я стараюсь снимать вам самое интересное и вкусное с аккаунта. Наелся я вчера мороженого. Горло до сих пор болит после стрима. Так, окей. Коллекционер героев, но нам он не светит. Плюх сегодня никаких нет. Но у нас сегодня будет жесткий трэш. Вот это я вытащил, кстати, с бесплаточки вчера. Ну, я уже так не показывал. Пятая огненная защита. Правда, кому ставить, я даже не знаю. У меня тут герои, в принципе, довольно-таки неплохо прокачаны. Сейчас посмотрим. Так, тут огненка, баст. Тут ремка у нас. Ну, огненок у меня хватает. Замедление, раскол. Вариант на стрелка поставить временно. Седну я пока не качаю. На стрелке огонь уже есть. Даже не знаю, кому эту огненку сейчас поставить. Малышник с добиванием. Вот тут такие вот таланты у героя стоят. Ладно, пока оставим. В общем, поехали. Я вам показывал битву гильдий, и реально на битве гильдий печаль, полная печаль. Потому что многие играют дольше, играют больше, и они проходят, соответственно, и имеют ресурсов намного больше, чем я. Я, как видите, ленивая жопа. Сбегаем на третью лаву. Но тут нету команд. Ладно, я потом сбегаю. В общем, я ленивый и, соответственно, от этого страдаю, как и многие, наверное. Многие не имеют возможности каждый день фармить. Соответственно, у меня вопросы по поводу битвы гильдий. И сегодня у нас, ребятушки, трэш. Я сегодня постараюсь сейчас сделать вторую эволюцию сразу же и будем дальше трэшевать. Почему я решился на это? Ну, я вам уже не один раз показывал, что Фрея на сегодня один из топовых героев. И у нас сегодня будет вторая эволюция именно Фреи. И, конечно же, фарм локаций вместе с ней. Вот такая вот у меня Фрейка собрана под битву гильдий больше и под фарм. Потому что если поставить там урон, как вариант, можно поставить на урон талант. Но она будет не особо актуальна на сегодня. Поэтому я решил пока поставить временно выживание. Она у меня была с бастом, мы ее перекачивали. В общем, такие вот дела. Итак, ребятушки. 4, 5. Ебой, 185-й. Эволюция. Раз, два, три. Ну что, можете поздравить, у меня уже есть на аккаунте наконец-то вторая эволюция. Герой классный. Я решил все-таки ее вести, не решил не делать нового героя. То есть это уже, по сути, я мог четвертую эволюцию кому-то сделать, но я сделал эволюцию именно для этого героя, потому что у меня теперь он будет и танком, и будет тащить на разных локациях. Вот такая вот сборка у нас. Больше пвпшная сборка с недомоганием. Но это ничего страшного, мы это все скоро изменим. Так, окей. Мы там качали Купидона, потому что он у нас сливается. Сейчас мы быстренько апнем ее обратно до 180-го и, соответственно, затестируем. Блин, аж не верится, что я сделал вторую эволюцию на бездонате. Хотя я не так и много играю, но вот посмотрите на эту красоту. Уже все намного лучше, намного проще. Просто песня.
Насколько мне проще будет, я уже завтра вам покажу битву гильдий. Я думаю, я на этом не остановлюсь, я буду дальше ее качать. У меня некоторые ресурсы есть. Все время мучает меня эта бесплатка. Но это именно тот герой, на которого реально стоит тратиться донату, без донату. Герой, который себя на сегодня реально оправдывает. Купидона. Сейчас мы докачаем 71, поставим ему оживу и затестируем, попробуем шестую кошмарку. Ну, просто песня. Два героя, и я могу теперь бегать свободно против противников посильнее, чем я. Не боясь, что меня будут сливать. 200к пробивает по черепку. Это вообще просто отлично. В общем, вот так вот. Можете написать, кто сделал кому первую эволюцию в комментах. Интересно, кто каким путем пошел. Я много говорил, что я буду качать и тыквы. Я тыквы сделал эволюцию, пока мне ее хватает. Но в дальнейшем я тоже ее буду переводить дальше на эволюцию. Так, использовать слизь. Давайте используем. 129 самоцвета у нас осталось. Нормас, оборотень. Я постепенно, как видите, делаю и то, и то, и то. Интересно будет затестить ее на других локациях. Я думаю, она поможет нам во многом. По крайней мере, должна помочь. Я ее так качаю, я не качаю пропусками. Вы знаете, что я ленивый. Но можно качать по-другому героев. Не так, как я это делаю. Так, окей. Яички забрали. Давайте еще пропустим пару. Так, отлично. Отличненько. Дать. Совершенствовать. Вот так вот. Осталось нам ее довести до 200-го, чтобы можно было качать уже наконец-то прорывы. На прорывы камешки немножко имеются. Фух, мы это сделали. Так, давайте сделаем купидончика. Вот такой вот у меня состав для подземок, в принципе, мне его должно хватать. Попробуем сейчас. Там и так 71-я есть, ставим сюда оживу. Давайте где-то в рейд сбегаем и попробуем наконец-то зафармить следующую кошмарку. Будем штурмовать сейчас кошмарку 6-1. Теперь можно и купидончика выкидывать, не бояться, что сольют. Вот посмотрите, вообще песня. Нравится мне это. Надо еще и ворожей эволюцию делать. В общем, как видите, я стараюсь по максимуму вытягивать самоцветы с заданий. Так, давайте, я уже не могу дождаться. Интересно попробовать. Кошмарку 6-1. Сложные кошмарки эти. Здесь уже идут тотемы, насколько я помню. Сейчас нам надо будет юнитов нанять. Без юнитов нам тут будет тяжело. Потому что тотемы нас будут гасить полным ходом. Я даже не уверен, или тыква у меня будет жить. На 3 звезды не знаю, или мы сможем многие подземки пройти, но на 2 тут должны. Так, здесь тотемы. Вот видите. Тут хватает, хватает их. Так, ну что, давайте будем пробовать стартовать. Будем пробовать стартовать вот таким вот образом. Дальше мы замораживаем. Замораживаем удера для того, чтобы он. Вот медузка пошла. Ну!
Ебой, ребятушки. Тихо, тыква. А! Блять. Ну вот вам и тотемы, ребятушки. Вот то, о чем я говорил. Что сливать героев, возможно, мы и будем. Давайте еще попробуем ради интереса один заходик. Солью эти самоцветы. Ну, я думаю, вот здесь будет реально трэш. Здесь надо и магия, и все остальное. Но будем стараться. Есть куда нам расти. Посмотрите, как чудесно она шатает наконец-то героев. Блин, завтыкал Купидона. Так, мне надоело вот это уже. Все время возле Купидона. Давайте еще одного кого-то зафармим. В общем, надо теперь питомцев качать. Надо качать дофига всего, но будем стараться. Других вариантов у нас нет. Но теперь я могу фармить противников сильнее, чем я, благодаря именно этому герою. Надо юнитов теперь побольше нам. Так, окей. Поехали. Попытка номер два. Ну, как видите, против медузы мне тут сложновато. Еще вариант есть поставить оживу. Многие вот снизу отсюда стартуют. Я раньше тоже проходил. Можем попробовать. Давайте попробуем отсюда. Тихо, Дрейк, тихо. Самое главное, чтобы у нас тыковка не слилась. 36%, ребят. 36, 42, 43. Ебой, 6-1. Так, тотем ведьмы. Шанс слива, как обычно, минимальный. Это сложная подземка для многих. Очень сложная. Самое главное, чтобы сейчас тыковка у нас не слилась. Потому что, как видите, тотемов здесь хватает. Можно спамить юнитами дополнительно, чтобы вот такие вот. Можно проспамить было сразу тотем. Но мы не ищем легких путей. В общем, просто изи, ребят. 6-1, кошмарка. Начало есть, и это радует. Это реально радует. Скоро мы доберемся до самых сложных кошмарок для бездонов. Так, что у нас тут 6-2? Ну, давайте разок попробуем. Если кто-то сольется, то сольется. Попробую снизу отсюда стартануть. Тут уже есть автопрокеры, поэтому тут надо немножко выдержать паузу. Кинули Анубиса, он у меня ремочный. Потом всех остальных. Потом морозим в центре героя. Видите, одержимого я не заморозил. Он, соответственно, сейчас нас может ушатать. Но нифиг... А, не, все-таки тыковку слил. Ну, я думаю... Если ворожей сейчас даст отхил, в принципе, может и затащим. Фрея то однозначно у нас будет тащить. На Фрею надо будет поставить кого-то цепа сюда. Она уже взрослая девочка. Вот такие, ребятушки, дела. Начало шестой кошмарки есть. Сейчас начнутся станы, но я думаю, Фрея должна в такой сборке нормально раздавать, видите. У нее уже хватает атаки. Так, ну интересно, интересно, затащим ли мы. Должны, по идее, успеть затащить на 3 звезды. Очень круто срабатывают приспешники. Агментации. Вот не зря я их поставил. Это радует. На подземках, на разгоне это реально очень круто.
Кстати, надо зайти сейчас посмотреть на шарик. Что там у нас? Что там у нас есть на шарике? На 3 звезды зафармил. Давайте уже, я не знаю, Бог любит троицу. Попробуем уже и третью зафармить, если получится. Так, тут у нас, конечно, веселуха. Тут у нас медузка. Тут у нас тоже, по-моему, тотем есть. Но я сейчас так попробую. Вот видите, я сначала изначально всех автопрокеров. А потом надо обязательно... Вот ведьмочка есть. Она сняла с нас бафы. И сейчас еще одна медуза подбежит. Она нас жахнет просто. Да, тут нас, нам ничего не светит. Ну, как не светит? В принципе, мы можем подальше зайти. Но тыкву у нас слили, поэтому особо у нас разгона не будет. Вряд ли мы тут затащим на 3 звезды. Хотя... Думаю, вполне все вероятно. В общем, вот так вот развивается мой бездонатный аккаунт. Вы можете смотреть, какие таланты, кого я качаю в первую очередь для прохождения. Это вам будет помогать в игре. Это для новичков, потому что многие спрашивают все время, что качать, куда качать, как качать, для чего. Блин, ну интересно, интересно, успеем или нет. Дальше, конечно, магические башни, но у меня, в принципе, есть, правда, льдышка с Купидоном не в ту сторону пошли. Питомцы, как видите, у меня реально фигню наносят урона, но мы эту подземку затащим как минимум на 2 звезды. То есть мы можем ее затащить и пройти дальше, соответственно. Вот 2 звезды у нас уже есть. Да, скорее всего, мы ее не затащим на 3. Не, скорее всего, это точно. Не успеем. Немножко не туда Купидончик у нас полез. Но шансы есть. Жалко тыковки. Была бы тыковка... Надо на тыкву тоже попробовать оживу сюда поставить. Ну ничего. Это не беда. Самое главное, что мы по чуть-чуть доберемся до 6. процентов. Да, вот такие вот, ребятушки, у нас дела. Секунд, да, немножко. Если бы Купидон, я думаю, зашел правильно, мы бы зафармили намного быстрее это все. Видите, у нас Купидончик немножко отделился, нам секунд 30 не хватило, чтобы добить на 3 звезды. Но это не проблема. Вот так вот, ребят. Пишите комменты, что вы думаете. Так, ну и наконец-то я получу сегодня ебой скин на новый скин на аккаунте на Бугимена, которого, к сожалению, пока нет. Ну, скин я уже забрал, что у нас 7 дней осталось. Попробуем зафармить по максимуму. Так, окей. Остальные подземочки. Все, перейду на аренку. Надо ее тоже фармить. Так, ежедневочку выполнил. И потом, для тех, кто не знает, как получать быстро самоцветы, я делаю вот так вот. Карты смены получаю. И потом вот так вот за 300 самов, за смену я могу получать там 300-400. В общем, до 1000 самоцветов можно в день свободно получать, если у вас есть карты и все остальное. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела.
Так, ну что, давайте попробуем зафармить. Сейчас я попробую Фрею. Нет, даже не Фрею. Сейчас мы попробуем сюда на урон поставить. Обратно вернем. Так, на Анубиса мы поменяем на Бастион. Поставим сюда из ворот. Тыковка. Поставим оживу. И попробуем с вами сейчас зафармить подземочку. Если повезет. Вместо Купидона ставим Афину. Ставим сюда воодушевление. У меня оно одно на аккаунте, но оно очень помогает. Так, ворожей. Вот такая вот у нас будет сборка сейчас. Поехали. Фарм. Пробуем зафармить волну АА. Правда, это бессмысленно, я думаю, с моими прокачками зданий. Но все может быть. Вдруг повезет. Я же говорил, это пока надо ставить расту нормальную и качать все остальное. Атлант тащит. В общем, вот так вот, ребят, пишите комменты. Как видите, куча всего у нас поменялось на аккаунте. Вторая эволюция, скин получили, начали фарм шестых кошмарок. В общем, трэш продолжается. Всем удачи, всем пока.